В Нижнем Тагиле стартовала совместная акция цирка и предприятия «Тагильский трамвай». С сегодняшнего дня по городу курсирует необычный вагон. Первыми пассажирами циркового трамвая стали артисты и дрессированные животные, которые выступают в заключительной программе сезона. Очень приятно, когда твое предприятие участвует в этом празднике. И мне, как руководителю, я думаю, все, кто сегодня здесь участвует в этом празднике, очень приятно видеть необычных пассажиров, которые сегодня здесь находятся. Да, я думаю, что мы в летопись тагильского трамвая самую красивую фотографию с такими необычными пассажирами обязательно поставим. Кондуктор и водитель тоже необычные. Для них подготовлена специальная форма, в которой они будут выходить на маршрут. Готовы постоянно в таком костюме ездить? Ну, если я буду не одна, а будут другие водители трамвая ездить в таком костюме, а то, знаете, еще позавидуют. Не стоит. Цирковые животные восприняли поездку на трамвае с удовольствием. Дрессировщики переживали за барана, который мог показать свой характер, но именно он вел себя спокойнее остальных. Специальный цирковой трамвай в последующем будет курсировать по третьему маршруту в центре города. Все его пассажиры станут участниками розыгрыша бесплатных билетов на представление, а также экскурсии по закулисью.